Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Мы сегодня с вашим свяжем вот такой вот топ, жилет, туника, как что угодно можно связать по вот этому простейшему мастер-классу. Вот если вы еще не вязали ни одного жилета, вот если вы новичок, берите, вяжите, сядет стопроцентная посадка. Идеальная просто для новичков, идеальный вариант, никаких обвязок. Вот смотрите, все вяжется буквально два полотна, вот такие вот очень простые сокращения, и все очень такое адаптированное для любой фигуры, любого как бы телосложения. Поэтому, девчонки, ничего не боимся, вяжем мы только, меряем окружность бедер и вяжем образец. По окружности бедер мы определяем количество петель в как бы, ну, набор, сколько петель нам нужно набрать. Пряжу я использую Леонард Супер Мерина, 25% шерсть, 75% акрил. Но вы можете, в зависимости от того, какую, как бы, для чего вы хотите эту вещицу, можно связать из хлопка, из льна, можно связать из вискозы, можно чисто шерстяную. Ну, в общем, если это будет топ или туника, то, конечно же, лучше бамбук, вискоза и хлопок. Да, а если это будет жилет, то выбирайте так, чтобы шерсть была в составе. Для моих зрителей из Украины с удовольствием рекомендую продавца «Турецкая пряжа». Ссылка на аккаунт в Instagram под видео. Страничка новая, не пугайтесь, но она полностью под моим контролем и создана для того, чтобы обслуживать именно моих зрителей, которые перейдут туда. То есть, чтобы можно было купить пряжу на ту определенную мою модель. Я постоянно на связи с девушкой, которая обслуживает эту страничку. Ассортимент будет регулярно пополняться, это все в будущем. На связи с вами будет прекрасная девушка Елена. Обратиться к ней вы можете не обязательно Instagram. У кого нет Instagram, под видео есть электронная почта, Viber, WhatsApp, номер телефона. Как вам удобно, пожалуйста, обращайтесь. Это мои проверенные контакты, так что не пугаемся. Я на связи, я консультирую. Поэтому задавайте вопросы, мы с ней будем обговаривать. На вопросы, которые она не сможет ответить, в любом случае я на связи, я проконсультирую по поводу моих моделей, я имею в виду. Все последующие модели на моем канале будут связаны из турецкой пряжи. То есть из пряжи турецкого производства, для того, чтобы все могли эту пряжу в любой стране приобрести, не только в Украине. В Украине я как бы рекомендую продавца. Если вы продавец в любой другой стране этой же пряжи, пожалуйста, ко мне обращайтесь. На страничке в Instagram будут регулярные розыгрыши, лотереи на пряжу, скидки. Это все планируется. Так что, девчонки, переходим, подписываемся, следим за аккаунтом и приобретаем пряжу. Не обязательно. Можно то просто участвовать в розыгрыше. В общем, следите за новинками, все полезные и нужные ссылочки под видео в описании. Вот, ушло у меня вот на такую как бы майку-жилет чуть больше двух мотков. Вот, если вы чуть шире или хотите чуть длиннее, сейчас я скажу, готовая длина у меня, моего изделия, чтобы вы ориентировались. Ширина бедер у меня 100 сантиметров. Вот длина этой майки у меня 70 по вот этому длинному краю. Вот. И в общем, три мотка ориентировочно. При метраже, метраж у нас 280 метров, 100 грамма. Вот, спицы 7 миллиметров. Спицы я, девчонки, использую вот эти вот. Потому что я буду говорить в каждом видео, потому что девчонки спрашивают. С AliExpress есть у меня обзор на эти спицы, есть у меня ссылка на эти спицы. Под видео оставлю ссылочку на обзор, посмотрите, там перейдите на продавца. Вот, значит, спицы пряжу сказала, про размер сказала. То есть вяжите образец и считаете на свой размер, сколько вам нужно петель. Я набираю 61 петлю на мой размер. Кстати, число не бойтесь, потому что английская резинка, она такая податливая, она примет форму такую, какую вам нужно. Если чуть больше наберете, не страшно, оно все обвиснет вниз, если шире наберете. Если уже наберете, оно растянется в ширину, так что не волнуйтесь, девчонки, тут при расчетах все очень, как бы,
приблизительно. Вот эта вязка, она как раз имеет свойство приспосабливаться, вот что для новичков очень-очень удобно. Кстати, по поводу расчета количества петель, я вам тоже оставлю видео, ссылочку на видео, как быстро рассчитать нужное количество петель по образцу. Итак, для своего размера я набираю 61 петлю. Так, обратите внимание, что число петель обязательно должно быть нечетным, чтобы у нас были одинаковые края. Так что на это обратите внимание, число петель нечетное. Первый ряд я вяжу резинкой 1 на 1. В принципе, это и как бы сейчас меня уже, наверное, выругали комментариях, потому что это не английская резинка, она выглядит как английская, но она, я ее помню как пышную резинку, да, она вяжется без накида, а на ряд ниже. Ну, сейчас я вам покажу. Люди любят смотреть некоторые видео и искать ошибки, и именно на ошибку указать. Наверное, учителя в жизни. Или, наверное, хотят показать, что они умнее меня. Я вообще-то не претендую на самую умную. Я тоже делаю очень много ошибок. И тоже очень многому учусь, пробую и так далее. Так, вот видите, чтобы у меня ряд начинался с лицевой. И заканчивался лицевой, для этого нужно нечетное количество петель. Второй ряд мы свяжем, сделаем красивый край. Значит, изнаночную петлю мы провязываем, лицевую мы вот так вот спицу вводим сзади, снимаем петлю, переносим вперед и провязываем. Сзади переносим вперед и провязываем. Это только второй ряд мы так вяжем, это просто, чтобы у нас был красивый край. Вот, теперь мы вяжем видите, он такой красивенький потом получится. Вяжем основным узором, для этого лицевую петлю мы провязываем на ряд ниже, смотрите, не вот классическая лицевая, а в петлю под петлю, на ряд ниже, да, в предыдущий ряд. Изнаночную провязываем, как обычно. Это только лицевую, и в лицевом, и в изнаночном ряду. Я думаю, этот способ вы знаете прекрасно, он довольно-таки популярный. Его я люблю больше почему-то, чем английскую резинку. Хотя, ну это на любви. Можете вязать, кто любит больше английскую резинку, вяжите английской резинкой. В принципе, можно даже заменить резинкой 2 на 2. Но тогда оно не будет такое эластичное, да, такое податливое полотно, оно просто обтянет и все, а нам же нужно, чтобы оно висело красиво. Вот, и так я продолжаю вязать вверх таким вот узором, все без, и лицевой, и изнаночный ряд одинаково. Итак, вяжем мы до проймы, девчонки. Значит, передняя деталь у нас короче за заднюю деталь. Значит, до проймы мы вяжем, у меня, к сожалению, здесь нет кусочка видео, это случается у меня часто, с ума сходит камера. Значит, ровным полотном мы вяжем переднюю деталь 80 рядов, заднюю деталь 100 рядов. А вообще-то, девчонки, меряем по себе. То есть вы меряете и смотрите, сколько вы хотите длину изделия. То есть тут уже как бы уже на вас. Это я вам написала свои как бы размеры на 70 сантиметров длины. Вы же меряете по себе. Так, теперь пройма, девчонки. Отделяем первые 6 петель. Вместе с кромочной считаем. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Вешаем маркер. И следующие 2 петли. Вот видите, следующая у меня изнаночная. И я ее провязываю со следующей лицевой 2 вместе изнаночной. Далее мы вяжем по узору до конца ряда. Не довязываем 8 петель. Так, здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ой, 7-8, видите, что я сделала? Я эти провязала. Здесь у нас, значит, так. Здесь у нас, значит, 8 петель до конца ряда. 1, 2, 3, 4. 2 из них мы провязываем вместе изнаночной. Цепляем маркер и 6 петель до конца ряда. Так. Изнаночный ряд вяжем по узору, как лежат петли. Вот эту петлю, где у нас было 2 вместе изнаночной, мы просто провязываем лицевой, далее же вяжем на ряд ниже по узору. Только эту петлю регланную мы провязываем лицевой. Здесь вот в конце то же самое у нас будет, одна по узору на ряд ниже, а эта петля просто лицевой. Так. В следующем ряду это будет, смотрим, до маркера, это наша планочка. В следующем ряду это 2 изнаночные, мы их провязываем, всегда провязываем после маркера изнаночные, в конце перед маркером, какая бы ни была следующая петля. И так продолжаем, в каждом лицевом ряду мы делаем в начале и в конце эти сокращения. Всего здесь у нас 10 убавлений, 10 раз. Вот, дальше мы продолжаем вязать ровно. Вот так вот выглядит это все дело. И дальше вяжем ровно без ничего. Итак, вяжем переднюю деталь. Вот я довязала, провязала после закрытия 38 рядов. И у меня на спицах 41 петля. Из них я закрываю средние 11. Здесь у меня останется по 15 и буду делать скосы. Скосы буду делать таким же способом, как и пройму. Вот не будет никаких. Заумных как бы методов. Все будет очень просто. Сначала вот эту часть. Сейчас я закрою петель. Значит, я провязываю 15 петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так, теперь я закрываю вот здесь вот таким вот способом, то есть я провязываю петлю и переодеваю одну на другую. Ой, кстати, забыла считать. Ну ничего, я сейчас посчитаю остатки. И потом. Здесь нам особо не нужно, чтобы тянулось. Ну и стягивать тоже не нужно. Вообще в 11 петель закрываем. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, еще 2, 1 и 2, и остается у меня 15 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 и 15. Теперь этот ряд я довязываю до конца, со следующего лицевого ряда я буду делать вот эти вот сокращения. Здесь у меня, видите, получилось точно так же кромочная и начинается с лицевой петли. Все так, как нам нужно. Вяжу изнаночный ряд. Так, здесь у нас 6 петель. 1, 2. 3, 4. А здесь мы сделаем так. Так, здесь у нас мы провязываем 4. Здесь вот в проме у нас было 6.
для горловины 4, и следующие провязываем вместе. Все точно так же, как мы делали для поймы, только отделено у нас 4 петли меньше. И вот таким вот образом закрываю сейчас, наверное, петель 5-6. В следующем ряду то же самое, допомню, как мы делали. Я продолжаю. Так, вот смотрите, всего я закрыла 4 петли, 4 раза я сделала это сокращение, и далее я вяжу просто еще ровненько вверх, продолжаю вязать, сколько рядов я вам скажу, то есть без сокращения. Вот эти вот 11 петель, всего 4 я сделала, чтобы совпал узор. Как бы хотела 5, но потом до меня дошло, что не могу 5 сделать. Все, вяжу ровно. Так, итак, вот я довязала. Считаем, девчонки, вот от этого момента, где у нас закончились сокращения ряды, отсюда у меня провязано до конца 60 рядов. Уже в целом 60 рядов. И теперь что я делаю? Я нить обрезаю, но обрезаю чуть подлиннее, чтобы потом сшить это все дело, и перехожу, вот смотрите, где я нахожусь, я переодену, чтобы продвинуться к этой полочке. Видите, как мне просто нужны петли, которые останутся открытыми. Так, перешла я ко второй как бы части. Сейчас мы находимся в изнаночном ряду. Вот ниточку я тоже оставляю вот так вот побольше и вяжу. Потом мы ее проденем. Вяжу до конца ряда, потому что это изнаночный по узору. Сейчас я просто продублирую эту часть, как бы правую полочку. Продублирую на левой. Так, сокращение будем делать в лицевом ряду. Сейчас мы находимся в лицевом. Раз, так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть петель. Не довязываем. Изнаночные провязываем 2 вместе. И отделяем 4 петли. Вот. Сокращение будем делать в лицевом ряду перед маркером. Точно так же 4 штуки. И потом довязываем доверху. Вот это мы потом обработаем. Довязываем доверху, чтобы в целом было 60 рядов. Так, вот так вот выглядит эта передняя деталь. Вот здесь я неправильно немного нарисовала. Здесь у меня ровненько, а потом скос. Вот таким вот образом. Вот. Всего 60 рядов, а спинка вот так вот у меня будет. Нарисуем спинку. Значит, теперь вяжем спинку. До спинки здесь у нас было 38 рядов, а здесь у нас до спинки 50 рядов. 50 рядов. И когда мы провязали 50 рядов, это вот у меня передняя деталь, уже плечико осталось. Я ее откладываю и беру спинку. Вот у меня провязано от проймы 50 рядов. И сейчас я делаю все то же самое, что я делала здесь на передней детали, но только без вот этого ровного участка. Только вот участок с сокращением. То есть все, отматываем видео назад, точно так же закрываем 11 петель, точно так же делаем 4 сокращения вот здесь вот. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. То же самое. Раз, два, три, четыре. Вот, 11 петель. Но вверх мы не вяжем вот этот вот участок. Там, по-моему, 10 рядов получается. Он у нас только передние детали. Все, я дублирую, уже показывать не буду. Это все точно так. Так, следующим этапом. Что мне понадобится, девчонки? Сейчас я покажу, что у меня получилось со спинкой. Вот видите, такая горловина. Ну, маленький вырезик. И теперь мне нужно сшить для начала плечевые швы. Так, обратите внимание, здесь на задней детали я нить оставила у горловины. Здесь же у меня обе нити у конца вязания, ну, у края вязания. Значит, лицевая сторона, определяю лицевую сторону вот по вот этой вот лицевой петле. Вот она у нас здесь.
и здесь, здесь, здесь. Так, вот она. Значит, поворачиваем вот таким вот образом. Совмещаем обе детали. Совмещаем обе как бы детальки плечика. Оба. И крючком сшиваем. Для этого с каждой спицы мы берем по одной петле и провязываем. Теперь 3. У нас остается на крючке 1 петля. Последняя петля. Вот она. Теперь я беру вот эту нить со спинки, связываю эти два конца. Видите, здесь у нас получается вот так вот. Здесь я связываю и крючком продеваю сюда в серединку и обрезаю эти обе ниточки, чтобы по краям у нас ничего не торчало. То же самое делаю и со вторым плечиком. Вот так вот выглядит. Так, здесь обрезаю. То же самое второе. Так, здесь 3 вместе. И снова спицы мне больше не нужны. Так, здесь я снова завязываю узелок и продеваю эти. Видите, я большие концы оставила. Вы можете не оставлять такие концы. Так, все. И мы будем уверены, что у нас нигде ничего не распустится. Потому что у меня было такое в опыте, да, что где-то какая-то ниточка выскользнула и распустилась благополучно. Поэтому мы попытаемся это все дело предотвратить. Так, есть. Теперь здесь у нас, да, вот они ниточки. Это мы продеваем в иглу. Нам здесь, так как у нас не будет никаких обвязок, нужно здесь аккуратненько это все. Первым делом подтягиваем, да, чтобы ничего, и цепляем вот за первую петлю. Видите, где закрытие у нас? Вот таким вот образом я поддеваю и прикрепляю. Сейчас на изнанке делаю узелок таким вот образом и тоже увожу нить туда вниз. Вот так вот у нас получается, да, все аккуратненько, как бы вот эти вот срезы, скосы. То же самое делаю здесь. Вот, цепляю за первую петлю. Здесь делаю узелок, можно 2 для верности, и вашу нить вниз тоже. Все, теперь нам осталось сшить боковушки. Так, верх у нас готов. Вот смотрите, у меня узел на этой стороне. Отсоединение нитей. Вот так вот выглядит. Вполне себе завершенная горловина такая симпатичная. При такой вязке, в принципе-то, больше ничего и не нужно. Здесь весь, как бы, вся красота именно вот в этой вот грубости. Так, теперь складываем лицевой стороной вовнутрь. И совмещаем вот эти вот боковушки. Боковушки. Так, еще здесь у нас вот нить набора, ее нам тоже нужно увести.
Теперь осталось только сшить боковушки. Боковушки. Что мы делаем? Здесь отмечаем, вот смотрите, где начались наши сокращения. Вот она петля. И здесь точно так же. Помним, да, что у нас одна деталь короче другой. Вот так вот у нас это все выглядит сейчас. Я здесь совмещаю. Здесь смотрим, девчонки, внимательно. Можно эту петлю, девчонки, эту кромочную, где мы начинаем сокращение, вот у вязания, обозначить. Я уже здесь не попала. Обозначить маркером изначально. Вот как только вы начали делать сокращение, обозначьте кромочные. Так, есть. Значит, а здесь у нас вот таким вот образом это все располагается. Значит, я буду сшивать крючком, дабы упростить себе задачу. Так, значит, первый стежок я вот таким вот образом цепляю за кромочные и закрепляю. И беру обе нити как бы в работу, в разработку. И вот за кромочной цепочкой я буду сшивать достаточно свободно, чтобы полотно у нас работало. Эту нить еще раз я провяжу и обрежу. Видите, у нас получается смотрите, вот здесь очень важно не стягивать полотно, чтобы оно было пластичным, эластичным. Достаточно так вытаскивайте, чтобы было свободно. Так, итак, вот я провязала, сшила. Помним, да, что у нас разница на 20 рядов. Здесь у нас, у меня не дошито 30 рядов, а здесь 10 рядов. То есть 20, вот этот вот запас. И сейчас я обрезаю ниточку, просто ее закрепляю вот здесь вот с краешку и увожу в шов. И с другой стороны делаю то же самое.